Всем привет! Я в прямом эфире в Инстаграме. Сегодня 68-й день моего марафона. Кто впервые слушает, это состоит из трех этапов. Озвучивание намерений, массаж лица, вакуум живота. Работает сила слова, свобода воли выбора человека. Вы хотите повторять со мной, хотите добавлять что-то свое. Пожалуйста, все индивидуально. Я использую 5 фраз уже сегодняшний день. Это «я достойна», «я выбираю», «я разрешаю», «я позволяю», «благословляю себя на это». Сегодня будет фраза «я разрешаю себе». Я разрешаю себе все самое лучшее, полезное, прогрессивное, эффективное для моего счастья, удовольствия здесь и сейчас, всегда, во сне, наяву, вечно, бесконечно. Я разрешаю себе быть собой настоящей, честной с собой, с другими людьми, ценно, драгоценно для себя и окружающих, адекватной, психически здоровой, здоровой нервной системой, молодой, красивой, счастливой, богатой, успешной, счастливо по-женски самореализованной, финансово, материально, денежно процветающей, благополучной, благосостоятельной, прогрессивно развивающейся, целостной, спортивной, эффектной, эффективной, сексуальной, эротичной, оргазмичной, женственной, обаятельной, по-женски сильной, принимающей, эмоциональной, смелой, харизматичной, творческой, талантливой, креативной, целостной, животворящей, самоочищающейся, новой, свежей, реализовывающий весь свой потенциал по всем сферам жизни, развивающийся одновременно, развивающийся незаметно для себя и окружающих, самоочищающийся, саморегенерирующийся, чувственно, чувствительно, чувствующий, здесь, сейчас, всегда, во сне, наяву, вечно, бесконечно. Я разрешаю себе быть в счастливом законном супружестве, законном браке, взаимной любви. Здесь сейчас всегда во сне наяву вечно и бесконечно. Так. Следующий этап – это массаж лица. Я начинаю с головы. Максимально проходим по макушечке. Улучшаем циркуляцию крови, наших луковиц, корней волос. И не только. Стараюсь максимально пройтись. Далее переходим на ушки, массажируем наши ушки. Сначала просто таким образом, дальше уже конкретненько вот так вот тщательно. У нас много здесь точек. Важно тоже. Потом здесь лимфа. Дальше перехожу к затылку. Шейке. Дальше перехожу здесь впереди. Так, поднимаю наверх вот так вот руками. Шея, чтобы да не потерял подбородок в тонусе. Сейчас просто упражнение тянем наверх. Теперь кончиком языка 20 раз вверх. Кончики загнём, открывать 20 раз.
лоб. Хорошенечко вот так вот массажируем по линиям. Сглаживаем. Теперь как приотрываем кожу от кости, чтобы для лучше вырабатывался коллаген, на чтобы здесь не прирастала кожа к кости. Так, веки. Сегодня буду чуть-чуть макияж. Вверх. Поднимаем. Теперь открываем вверх глаза. Вокруг глаз здесь очень нежная кожа, поэтому аккуратненько такими легкими движениями разглаживаем все наши мимические морщинки. Дальше опускаемся к гайморитовой пазухе. Проглаживаем. Теперь десна зубов. Сверху заметно. Носогубка. Начинается время западать вниз. Да? Наша задача максимальными движениями ее наверх выталкивать. Первое это языком, стараться попадаться на эти линии, потом большими пальцами, потом я буду подглаживать. Большими пальцами. И раз подтягиваем наверх. Заканчиваем, еще закрываем нашу энергию, прикладываем, успокаиваем. Говорим, я себя люблю, вечно и бесконечно, я себя всегда одобряю, поддерживаю, благословляю всегда во всех ситуациях, вечно и бесконечно. Это важные такие фразы, очень-очень эффективные, очень нужные. О ком живота я делаю на примитивном уровне, 10, примерно 10 раз по 2-3 захода, чередую. Через нос вдох, через рот выдох, подтягивая мышцы живота и мышцы влагалища, держим примерно 10 секунд, отпускаем, и второе чередуем. Также через нос вдох, через рот выдох, подтягиваем мышцы живота, держу 10 секунд и диафрагма вперед-назад. Я еще рекомендую науле, это вот эти волны делать, это очень тоже эффективное упражнение. Вообще вакуум это крутая штука, я это буду планирую делать до конца, каждый день моей жизни. Потому что подтягивается живот, тут очень много и плюс, качается сексуальная энергия, вот. Сейчас покажу. Через нос вдох, через рот выдох, и подтягиваем мышцы живота и мышцы влагалища. Держим примерно 10 секунд. Пускаем. Также через нос вдох. Через рот выдох и подтягиваю. Так, я буду дальше продолжать. Вы хотите продолжать? Желаю всем хорошего, счастливого дня. Стабильности, дисциплины. Нарабатывать, кто еще не наработал. Эффективной, счастливой по любви жизни. Прежде всего, по любви с собой и с людьми и с миром. Спасибо. Всех благ, ангела-хранителя.